утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот в Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма Тим отскребает от асфальта жертв очередного психа. А Пасифика, ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Приветствую всех! С вами «Быстрые новости». Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз... Знаешь, скажу тебе одну вещь. Вряд ли ты ограничишься одной. Ну, давай. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Неосторожный шаг, и провалишься с головой. Если я ничего не скажу, мне ничего и не заплатят. Как-нибудь обойдемся и без этого. Тебе хорошо, тебе ведь есть не надо. Блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Привет, Ви. Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Располагайся. Благодарю. Мы рады тебя видеть. Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Не уверена, что знаю, что тут произошло. Уверенность вообще большая роскошь, но... Но есть некоторые мысли. Райан был убит. В секс-клубе. Кто-то подсунул ему брейнданс с вирусом. Ты уверена? Этот брейнданс едва не убил меня. Так что, да, я уверена. Ты знаешь, кто за этим стоит? Очень многое указывает на то, что тут замешан Уэлдон Холт. Я так и знал. Есть доказательства? Нет, только серьезные подозрения. Нам этого хватит, Джефф. Нужно быть осторожными, не спускать с Холта глаз и усилить охрану. Ты права. Как и всегда права. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Рада, что смогла помочь. Привет. На чем мы остановились?
Как дела с Максом? Ну, не просто. Еще бы было просто. Он, небось, не в восторге от того, кем ты стала. Ну, знаешь ли, я тоже много от чего в этой жизни не в восторге. А вот как-то претерпелась. Что он собирается делать? Я думаю, он и сам не знает. Ты мне что-то сказать хотела? Да, спасибо, что серьезно подошла к делу. Ты дала большинству киберпсихов второй шанс. Я знаю, это было непросто. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может, я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. Ты мне что-то сказать хотела? Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. Thank you.
как раз вовремя. Привет, Горо. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага, и как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные Окады. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет воровки. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готова? Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. План не выдерживает никакой критики, но другого у нас нет. Верно. Спасибо, что согласилась. Скажите спасибо, когда закончим. Пора на исходную. Хорошо. Жди моего сигнала. Удачи вам, Горо. Я готова. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Очень даже зря. Я сняла ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Да ебитесь вы все!
важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханако сама нужно увезти отсюда. Ты оспариваешь приказы Юринобу. Делай свою работу. Принято. Конец связи. Все, как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь. Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверена, что хочет тебя чуть так элегантно обнулить? Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Молчание — это не то. Найди способ спуститься вниз. Только будь осторожна. Да, вот так. Не торопись. Сорвет. Ты сорвется лишь. Через месяц после того, как его связи. Слушай, потому что мы... Ви, это снова Ода. Послушай.
спешить. Отзыв погасшего пламени. Табула раса. 3 марта 1942 года. Через месяц. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Всем внимание! Она где-то здесь! На пешеходном мосту стрелу. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. А какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Thank you.
плохо дело. Давай, Ви, я ее отвлек. Отключи ее! Хватит работать, пора отдохнуть. Блять! Вот он! Как же без вас-то? Я предупреждал. Следи за дистанциями. Береги всего клинка. Он рассечет тебя, как рыбу. Ты не оставляешь мне выбора. Где ты? Ты еще упорствуешь, когда попробую по-другому. Осторожно. Он активен. Ми, доложи статус. Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Назе томаттанда? Кикенда то кейкок саретано. Ода тому ренлаку га торенай ши. Нанька хэнда ва. Паредо чуши суреба. Йоаса ро тэйшита то умовареру. Йоаса? Даре но? Аната но? Оре тачи да. Ватаси га санка шита но ва акумаде мо отоусама о цуйто суру таме. 操り人形になるためじゃないわ。この店もの手はみんなに役割がある。みちこは文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがと花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。 Горо, все системы заблочены. Пора действовать. Отоусама. Ханако-сама. Анатава? Оирушио, дока, ханаши дакедому окик кудасай. Саборо-сама ва... Чичи но кото о кучи ни шинай. Доре га оре ни декиро сайго но гохоши нано десу. Саборо-сама но ши ни цуйте хинчицу оказу кото га. Ханако-сама, буро я хатараки токаримасен. Шикаши... Ви! Беги! Блять! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его. В узде. И в руки свалил. О чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Как я выгляжу? Пора выходить в эфир.
Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей выпить чайку? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай и четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханако-сама, каноджу га рай но джинбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я была в Кампеки Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшей, чтобы всерьез говорить мне такое. Что? Вам настолько похуй на мои слова? Ханако-сама, прошу простить ее. А вы вообще молчите! Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличная воровка. Но тут такое дело. Я украла у вас сраный биочип. Вставила в голову, получила пулю и умерла. Ты умерла? Да, теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд, и я сделаю все, чтобы от него избавиться. Мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако-сама, она свидетельница преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое ее слово, если вы поможете ей с биочипом. Ханако-сама. Ты слышала? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. На землю, сука, не двигаться! Это последний шанс ебаться. Такамура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Было возвращаться. Ты умрешь вместе со мной. Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Сдавайся справа сейчас же! Комнаты. По-другому отсюда не выбраться. Hold up!
что? Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Правда? Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Ага. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда Такемура похитил Ханаку. Ага. Вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в огребную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. А если это Гора? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Ты же видел его. Он был хорошим бойцом, даже без имплантов. Он справится. В Найт-Сити не важно, какой ты боец. Если ты один, тебе пизда. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Сила, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да, мотелю это последней звезды стоило. Так что там с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Что случилось с Гора? Мы разделились, когда убегали. Такемура в безопасном месте. Пожалуй, это все, что тебе сейчас следует знать.
Как вы меня нашли? Ты думала, что уехать из города будет достаточно. Так ему рассказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Ну, допустим, вы поверили в мои рассказы. Что дальше? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать? Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту, потому что вы одна, и вам не к кому обратиться. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоше. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Я нашла вашего перебежчика. Хельмин прятался под крылом у Кантау. Мы поговорили, он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получила чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то там техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Это все, что у нас пока есть. Что теперь? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и паршивая воровка. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. И еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты сказал? Щелк? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Блять! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни. Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил.
Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике. Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Ты хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Думаю, я нарушила твой план, когда внезапно проснулась. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотела знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. War souvenir, I'm guessing. War you checked out of. Well, so you do pay attention sometimes. After I deserted, I wound up here, locked in this room. Laid in bed, staring at the ceiling fan for a good month. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводила недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Красивый жест. Но все, что ты мне можешь предложить, у меня уже есть. Это тело мое. И всегда было моим. Поэтому и решение принимать Давай мне. Пока что забудем об этой теме, если ты не против. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер, тот хуй, который меня убил. Чтобы со мной не случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Это твое последнее желание? Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Это не так. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и время немного прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю.
Ты пока не заслужил мое доверие. Это должно работать в обе стороны, Ви. Уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать. Мне себя-то не нравится контролировать. Это ты принимаешь идиотские решения. Я могу только советовать. Или просить об одолжении. Вот как сейчас. Бестия — это просто предлог. Для чего? А, чтобы я наконец забрал у тебя управление. Или придумал какой-нибудь самоубийственный план налета на Арасаку. Я же тебя знаю, Джонни. Последний раз говорю. Нет никаких планов. Хельман говорил, что ты попытаешься это сделать. Перехватить контроль над телом. Андерс Хельман? А напомни, чем он тебе помог? Может, не помог, но и не навредил. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, я откинулся из тюрьмы душ. Зацени мою новую задницу. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо. Я это сделаю. Ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, ты сказал? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.